Дорогие мамы, в этот день мы как никогда прежде придаем значение тому, кто каждый день с нами, живет в нашей квартире, готовит нам еду, убирается больше всего. И пускай мы не говорим это каждый день, даже не каждую неделю, но мы вас очень любим. Это так, пускай и очень редко выражаем эту любовь прямо. И сегодня мы бы хотели прямо выразить вам нашу любовь. Алло. Привет, мам. Алло, мам. Привет, мам. Алло, привет. А я тебя люблю. Чего? Я тебя люблю. Чего стряслось? Да не, ничего. Просто вот хотел сказать тебе, что я тебя люблю. Я тебя люблю. А что, ты так показали? Да. Ну ладно, я тебя тоже люблю. Так, хорошего дня тебе. Спасибо, мам, тебе тоже. Пока. Давай, давай, хорошо. Да, пока. Привет, Жулька. Я тебя люблю, мам. Ты моя радостина. Я тебя тоже. Да, человек, да, привет. Ты мне просто позвонила, чтобы сказать, что любишь меня? Да. Хороший, я тебя тоже очень-очень люблю, да. А, я просто хочу тебе сказать, что я тебя люблю. Да? Да. Я тебя тоже. Ты чего это вдруг? Ну, просто так. Ясно. Я тебя тоже люблю. А я тебя больше? Да что ты? Да. Как так говорит? Чё за рофл? Ну, просто вот день матери скоро. Я тоже тебя люблю, а теперь говори, что случилось. Все прекрасно. Скоро домой пойду. А, хорошо. Давай. Давай, до встречи. Может, котлетки пожарить с макарошками? Хороший план, я считаю. Нет, ну можно, конечно, вот этот вот, как его там, с этим, как это, буррито. Ну, я не знаю, нет, все-таки лучше классику надо выбрать. Объективно, да. Котлетки с макарошками, да, ну правда, 100 лет не ели. Да.